Всех приветствую на своем канале. Сегодня будет небольшое видео о покупке в Фикс-прайсе. Так, поехали. Сухарики. Они по 8 рублей у нас чем-то. Три пачки. Вот. Вот такая шоколадка. Видите, дольками. Так, сейчас прочитаем про нее, что там про нее пишут. Так, 100 грамм. Молочный шоколад с ореховой начинкой. Состав сахара, растительный жир, пальмовый жир. О, хорошая шоколадка, мне повезло. Вот, фабрика кондитерских изделий Милана, Польша. Да, пальмовое масло. Лучше бы я не просила шоколадку. Ну ладно, будем есть, какая есть. Так. У меня муж в Фикс-прайс ходил, вот он на свой выбор был. Так, взял кильку черноморскую, неразделенную, обжаренную в томатном соусе. Кто пробовал, расскажите ваши впечатления. Взяли вообще в первый раз. Это то, и то муж будет есть. Вот. Ну, ничего такого вредного я не нашла в кильке. Так, делает это у нас Симферополь, Республика Крым, должна быть хорошая. Вот. Так, у нас вообще пустые полки с водой, фикс прайс, только пепси стоит и соки. Все, пепси это хорошо. Так, и последняя всеми насумевшая вот эта вот баночка оранжевая, типа как шейкер, я не знаю. Ну, я наливаю туда воду обычную. Ну, конечно, я ее не оставляю на 2-3 дня в пластиковую, чтобы запах не осталось. Вот так она открывается. Вот, ничего. А, сейчас вам покажу. Ничего не выливается из нее. Вот, видите? Вот, тряси. Еще не вылится. Вот, сейчас я вам открою ее. Так снимается. Короче, вот так. Погода у нас сейчас ливанет, гроза. Освещение не очень хорошее. Вот здесь такое-то штучка я просто ставила. Вот отсюда можете пить. В руке, так сказать. Я в сумку кидаю. Вот. Это все на сегодня покупочки. Жду от вас лайков. Спасибо большое, что смотрите меня. Вот это позднее видео. Фикс прайс на ночь. Так, всем пока-пока.